Привет, друзья! Перед нами телефон TSL 20SE, и в этом видеоролике мы покажем, как записать на нем видео в режиме замедления. Чтобы это сделать, нам нужно зайти в нашу камеру. После этого мы вот здесь, вот в нижней части экрана, ищем пункт, который называется «Еще». Вот тут это находится, нажимаем на него. После чего нажимаем на замедление. Нажимаем на замедление. И записываем. Как бы нужно записать немного длиннее видео, чтобы оно получилось красивым. Я думаю, вы найдете, что записать с помощью режима slow motion, так как он довольно-таки интересный. То есть телефон довольно-таки сильно замедляет картинку. После этого мы можем завершить нашу запись, нажать и просмотреть ее. Видите, она довольно-таки длинная получилась у меня, потому что картинку, конечно же, замедлили. Это не проблема, вы можете нажать сюда и здесь как бы тоже изменить, в каком разрешении она будет показываться. Можете поставить на паузу или совсем удалить данную запись. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!